будет легче. И книжку, водку, и книжку выпить. Давайте подарки хочу сказать. Валентин. Ну, Лёк, куда он ушёл? Сейчас, короче, солнышки на улице, нужно все помещение лампочки. Самое главное, все хорошо, чисто на могиле, все. А? На могиле все хорошо, аккуратно, чисто. Да, это нормально. Вон ребятишки пьянские, такая там бутылка. Ну, нахуй, бутылку-то убираю с собой. Все, ничего не видать, дождик. А как дождик прекратился, высыхает, он как проявляется. Вот вода закрывается. Какая технология, я не знаю, а не главное, что пришел, смотри, похожий. Я убил, не поехал, я почти всегда не поехал. Мне там загрузку еще. И там вот в конце потом, как вот... По нашему центральному каналу украинскому. И там прям наложили. Может, была сверху, ну, или... Там как вот, ну, из жизни бомжей всякие кадры, как вот там есть... А, и песни. И вот песни вот сверху, ну... Там вот прям так хорошо сделано, когда он начинает петь, отпусти меня, товарищ старшина, и там вот показывают, как это, милиционер увозит, ну не увозит этого бомжа. Клип готовый, я не знаю, хоть я, может, на тот канал действительно напишу, может, они его это, мы им рекламу сделаем. Ну, а слушали последний год? Отлично. Ну, ладно. А Ларисе Мцелевогора, Артему. Или как, из Новосибирска, да?
Из Иркутска. Из Иркутска. Может написать Артем из Иркутска, будет лучше. Она никак нигде не попадалась, но я ее прочитал. О, блин, что не сказала. Не знал, что тебе привезти, как бы сказал. Я тебя найду. У нас она есть. Сейчас выключим. Не то потом, потом тогда. Сейчас, еще чуть-чуть. А то остывает, как я заколожила. Почему? Это от Рома, а это будет от вас. А то же остывает, когда будет холодное. Нет. Как это не мало? Николай Митрофанович, ну вот. Нет, я просто вот сюда вот. А тогда там, где от Рома? Или там, да. Ну, где не будет. Я просто...